Они это такие вот живые частички духа, как звездочки такие сияющие летают, помощники какие-то тоже. А, я поняла, кто это. Они на Земле сейчас, их очень много. Они вот, они при, все. Они живут в этой кристаллической структуре, а эта структура сейчас на Земле становится. Наш переход, они показывают, что это они фактически заселяют Землю. Но это не, на самом деле не так, да, это мы, Земля поднимается на этот уровень, с третьей ступеньки на четвертую мы поднялись, а они там живут. Вот, то есть мы поднялись, мы поднялись в эту кристаллическую структуру. Она будет теперь, эта кристаллическая структура, на Земле. То есть Земля поднялась на следующую ступеньку. А они тоже и творят, и живут, вот эта кристаллическая энергия Земли. Теперь они связаны с кристаллической структурой Земли. То есть кристаллическая решетка Земли сейчас выстраивается, они тоже в ней. Ну, это как их дом, типа. Это их уровень плотности. Земля теперь в этом уровне плотности живет. То есть они теперь просто будут более видимые для нас. Мы поднялись как бы до их уровня. Хоть они и маленькие, но они такие же творцы. Они, кстати, нам могут помогать вспоминать свою природу истинную. Потому что они помнят свою истинную природу, они знают свою истинную природу, они могут людям А помогать. как их позвать? Просто Да, намерение. они уже здесь, они везде. Они мне показывают, они по всей земле. Люди просто их какие-то видят, какие-то не видят. Вот мы видим сейчас. Они везде, они в пространстве летают, это как воздух. Они во всем воздушном пространстве. Это как частички света. Но это живой свет. Они даже показывают, мы дышим ими, как вот воздухом, да, они, это мельчайшие частички, но это просто живой свет, да, это как живой организм. Они даже вот, проходя как воздух через нас, меняют нашу структуру. То есть мы можем дышать ими, например, пронося через свое тело, да, они как будто кристаллизуют внутри нас все сразу. Они, проходя через нашу структуру, кстати, можно ими дышать, хорошая практика. Они кристаллизуют внутри все. То есть они где они прошли, там все очистилось. Вот они показывают через тело. Дышите с нами. Мы будем своим присутствием все очищать. Они, в принципе, они как бы помощники. Они помощники планете, они очищают сейчас также планету. То есть где они присутствуют, там все хорошо и красиво становится. И вся планета наша будет очищаться, они показывают, потому что их будет все больше и больше просто. Сейчас их не очень много еще, но потом они, Как интересно. потом все пространство будет в них. Ну, это я так называю они, да, это живые организмы, но это как частички света просто, это как вот такие вот крапинки света, да, которые, ну, свет это жизнь, да, вот этот. Ну, воздух, он живой, да, вот просто раньше был воздух с одной структурой, а сейчас воздух вот с такой световой структурой. Прана. Да, похоже на прану. В пране, кстати, они есть. Прана это и есть энергия жизни, да. Но тут немножко другое. Тут прана, а тут как бы кристаллическая тема. То есть в пране, ну, немножко есть отличие, но примерно одно, но под другим углом. В общем, кристаллическое еще там есть в них. И этот свет, он присутствует абсолютно у всех мастеров, вот высочайших всех уровней, они все в этой структуре. Мне показывают. Иисус Христос из этой структуры состоит. У них тела такие уже все в их структуре. Кристаллической, как будто. Ну вот Иисуса особенно я вижу. Он как будто какой-то как проводник их, что ли.
не знаю, как... Он как их путеводная звезда такая, то есть он их как будто бы, ну, как благословляет быть здесь. Ну, вот я говорю это не совсем так, да, но немножко не перевести это на русский. Вот его тело, тело Вознесения Христа, я вижу, что оно вот такое, оно из этих частиц. Христос, который вознесся, он из этих кристаллических структур состоит, как будто. Они говорят, что живите с нами, дышите с нами. Чем больше вы нас призываете, тем, ну, тем лучше. Фактически они все равно приходят, да, то есть планета будет лучше, больше очищаться, больше меняться с этой божественной энергией. Да, вот то, что я видела про 75-й год, оно на самом деле уже сейчас. Ну, там я видела... Ну, я рассказывала уже много раз про это. Да, я видела вот это. То есть, когда я рассказывала несколько лет назад, я видела, что эти частицы, они еще не вошли в плотные слои атмосферы. Они только касались там каких-то высших наших слоев Земли. Вот сейчас они уже здесь. А я говорила про 75-й год, это когда уже такое изменение, когда они будут прорастать через уже растения. Но получается, что приблизилась дата эта. Быстрее будет, не 75-й, будет где-то 35-й уже, наверное, будет. Приблизилось это время, но это хорошо, в принципе. Это значит, мы быстрее перевариваем, очищаем негатив какой-то земли. Ну, 35-й, 45-й, я вижу, что да, приблизилось, получается. Но это я смотрела, что уже эти частицы, они как бы сначала соединяются с землей, с растениями, а потом уже растения выделяют, пронося через себя живые организмы, они выделяют уже этот свет через себя, и уже потом, получается, мы, вдыхая уже по новой, то есть не тот свет, который вот сейчас вошел, да, а тот, который уже родился через землю, через растения, через воду, через воздух, через стихии, вот он уже будет трансформировать людей так, что человеческая структура будет меняться. То есть те продукты, которые мы будем уже есть с этим светом, которые уже родились, да, то есть, ну, это должно обновиться все, да. Соответственно, растения должны обновиться с этим светом, животные, люди. И уже вот это поколение, которое уже на обновленном, уже световыми этими энергиями будет пользоваться полностью, да, через стихии это происходит. То есть стихии соединяются с этой энергией. Вот это уже будет... Человек уже перестроится полностью тогда. А, соответственно, там то, что я смотрела еще раньше, это будет совершенно уже другое питание, другое тело. Тела будут немножко по-другому выглядеть. То есть более... Ну, болеть люди тоже будут по-другому. Кушать будут по-другому, пить по-другому. Ну, не то, что прям по-другому, да, то есть процессы другие будут внутри идти. Людям уже не надо будет, ну, вот это вот ближе к 75-му все-таки, да, когда людям уже не надо будет так питаться, как сейчас мы едим. То есть только там протяженность, там, ну, очень плавный переход. Это не такой не резкий скачок. Постепенно структуры будут меняться просто. Органы будут по-другому переваривать всю пищу. Это я даже сейчас говорю, но, в принципе, эта энергия уже проходит через нас, и поэтому это, кстати, может очень повлиять на то, что улучшить состояние всех внутренних органов. То есть, в общем, больше надо взаимодействовать с этой энергией просто.